Я выдыхаю воздух медленно, по феншую. Люди и мир – все пыль, но кое-кто нас крышует. Я теперь просветленная, неделю хожу на йогу. И знаешь ли, окрыленная, но на одну лишь ногу. Эта вторая дура мечется, как собака. То хочет по травке бегать, то на людей погавкать. Из-за нее никак не могу пройти медитацию. Все думаю о конфетах, то о коллаборации. Но, как уже было сказано, я хорошо поумнела. И как дополнительный бонус, немножечко похудела. Теперь я могу вам всем смело давать советы. Но только никто не слушает. Все, буду менять планету.